Кооперация отдыха и образования. Новый молодежный форум ПФО «Метеор» воплотил в себе опыт организаторов и смелые решения молодежи. В Нижний Новгород приехали сотни ребят со всего Поволжья, в их числе молодежь из Ульяновской области. 65 студентов вузов и СУЗов, волонтеры, общественники, медийщики и активисты несколько дней участвовали в образовательных и креативных блоках. Образовательная программа обширная, 7 треков по различным направлениям для волонтеров, представителей креативных индустрий, руководителей, предпринимателей, IT-специалистов и медийщиков. В программе и лекции от знаменитостей. Среди них олимпийский чемпион и продюсер Илья Авербух, руководитель ассоциации «Добро РФ» Артем Метелов. На мотивационной встрече с сенатором Ольгой Щетининой говорили о самореализации и поиске себя. Молодежь активно задавала вопросы, а Ольга Владимировна делилась жизненной мудростью. Любую гипотезу, любую уверенность в чем-то необходимо все равно, знаете, как говорят, о кого-то подумать, да, с кем-то поговорить, услышать, понять, разделяет ли это твою, например, точку зрения или какую-то гипотезу, которая к тебе пришла, другие люди. На форуме прошел всероссийский конкурс молодежных проектов, где победитель получил грантовую поддержку. Одним из ключевых направлений программы форума является патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиционных семейных ценностей. Форум проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и Федерального агентства по делам молодежи. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.